Сегодня в форте Боярд. Мария Бутырская, чемпионка мира по фигурному катанию. Василий Кикнадзе, заместитель генерального директора телеканала «Россия». Ирада Зейналова, корреспондент телеканала «Россия». Алексей Васильев, ведущий программы «Наш спорт» телеканал «Россия. Санкт-Петербург». Андрей Волков, мастер спорта международного класса по альпинизму. Здравствуйте, с вами Сергей Брилев, в эфире «Форт Бояр, Франция». Этот форт проектировали и строили несколько десятилетий. За это время вперед шагнула инженерные и, главное, военные мысли, поэтому в военном смысле форт полная бессмыслица. Последний раз всерьез его использовали в 1871 году. Здесь сидели коммунары. Думали ли они, что когда-нибудь в форт Боярд будут приезжать люди добровольно? Впрочем, и тем добровольцам, кто появляется сейчас здесь, грозят серьезные испытания. Сейчас здесь играет сборная России, составленная из лучших журналистов телеканала РТР и лучших олимпийцев нашей страны. Команда, и представит ее нам многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, а теперь спортивный обозреватель телеканала РТР Яна Батыршина. Яна, что за команда? Привет, Сергей, спасибо. Итак, обаятельный капитан команды Мария Бутырская, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Василий Кикнадзе, руководитель спортивного вещания телеканала РТР. Ирада Зейналова, специальный корреспондент программы «Вести». Алексей Васильев, ведущий программы «Наш спорт» РТР Санкт-Петербург. И Андрей Волков, альпинист, мастер спорта международного класса, покоритель Эвереста. Один буквально вопрос капитану. Мария, за спиной тяжелый сезон. Мы все помним победу на чемпионате в начале года, потом Олимпиада, на которую еще нужно было решиться ехать. Уже мужественный поступок. Я так понимаю, что сезон был последний в спортивной карьере. Да, конечно. Но, наверное, в этом и классность идеи приехать на Форт Боярд, что вроде бы как спортивная карьера, с одной стороны, завершена, а приключения продолжаются. Хорошо, я желаю вам удачи. Ваша главная задача здесь завоевать кучу денег, точнее, кучу вот таких бояров, курсу которых к рублю могут позавидовать и доллары, и евро, и даже какой-нибудь фунт стерлингов. 100 российских рублей за один бояр. Для того, чтобы завоевать эти деньги, на первом этапе вам нужно завоевать 4 ключа. Ключ – это победа за каждое испытание, на которое мы сейчас отправляемся. А для того, чтобы начать игру, я попрошу нашего друга Лябуля ударить гонг. Лябуль, ле гонг, сель вупле. Ну что? Нам не нужен миллиард! Завоюем Форт Боярд! Удачи всем! Отлично! Ну что ж, за пределами нашего с вами любезного отечества наша страна воспринимается в силу многих своих особенностей, но ключевые — это то, что мы с вами поставщики того самого сырья, который идет по трубе, и поставщики сенсаций на спортивные соревнования. Сейчас я предлагаю объединить эти два понятия и отправить спортивную сенсацию по трубе. Мария, в конце этой прозрачной трубы вас ждет ключ. Готовы? Вау! А время? Пошло. Время у меня. Посмотри, где ключ. Только посмотри, где ключ сперва. Посмотри. Ага. Правильно, правильно, все правильно. Умничка, умничка. Машка, давай. Может быть, лучше ты попробуешь надевать вес? Нет, нет, хорошо, умница. Здорово идет. Машенька, здорово, Маша, здорово, Машенька. Мало времени еще. Здорово. Попробуй наживать, и так будет лучше мне. Как тебе удобней. Пол пути прошла уже, Машенька, молодец. Нормально. У тебя полно времени. Спокойно, не торопись. Больше половины еще. Все, нормально. Обратно дальше. Обратно.
капитана сейчас. Времени нет. Нет, времени нет. Есть, 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 время. Есть. Давай, давай, больше половины. Давай, давай, быстрее. Маша! Быстрее, быстрее. Маша, Маша! Возьми зубы. Маша! Маша! Машунька, быстрее чуть-чуть. Давай, давай, давай. Я закончила игру. Я больше не могу. Молодец, настоящий капитан. Ну что, тяжело тебе было? Хорошо. Ободралась? Немножко. Что самое тяжелое было? То, что очень больно. Пожалуй, так лезть возможно все. Но обдираешься я очень сильно. А как это желание от того, что... Ну что, бежим дальше, не будем терять. Зверям теперь нельзя, они кровь чувствуют. У нас один перс. Отлично. Большое трение было, тело все горело. Физически было тяжело это делать. Очень неплохо для первого раза, но я напоминаю, что у вас еще 5 испытаний, одно сложнее другого. Вот что я хотел сказать. Последние месяцы, годы Северная столица сделала много для того, чтобы о квалификации ее уроженцев узнала вся страна. Но, несмотря на традиционное соперничество Москвы и Санкт-Петербурга, должен признать в том, что, по крайней мере, в одном питерцы нас точно обгоняют. Русский язык у них четче и правильнее. Но вот следующий конкурс, может быть, это будет наша московская месть Санкт-Петербургу за это. В следующем конкурсе Алексею нужно будет забить себе рот, вот говорить он там точно не будет. Конкурс называется «Спагетти». Готовы? Да, конечно, ты думаешь. Готовы, Алексей? Готовы. Леха, удачи. Ну, для того, чтобы Паша, вам попасть... Бегом, бегом. Раз, два, три. Пошел. Так, просовывайте голову. И руки. И руки. И руки. Леша. Все. Нормально. Они тяжелые, шея выдержит. Вон, вон, вон. А время? Пошел. Жуй! Давай, давай, Леша, давай, 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 все правильно делай. Давай, все правильно, все правильно. Смотри на ключ. Еще немножко. Время много. Молодец, 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 молодец. Нет, не обращай внимания на секунду. Здорово, 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 чуть-чуть осталось. Время много. Время есть. Времени вообще достаточно. Жуй. Ты больше половины сделал уже. Давай, 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 давай. Все правильно делаешь, все правильно. Тише, тише, тише. Не восприятие. Давай, 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 давай. Молодец, чуть-чуть осталось. Молодец. Последний ключ. Давай, 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 давай. Все правильно. Давай, 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 давай. Время есть. Есть еще время. Время есть. Чуть-чуть. Время есть. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть осталось. Есть. Отлично. Отлично. Здоровый, ребята. Итальяно, наверное. Здоровый. Вкусно было? Да ничего вкуснее в жизни не ел. На что похоже? Похоже? Я таких тонких спагетти не ел никогда. Я даже не знал, что они бывают такие тонкие. И так их тяжело бывает есть. Ну классно, здорово. Здорово, два из двух. Бежать дальше. А берёмочку под язык. Поехали. Форте Бояре вами уже несколько недовольны, вы слишком резво бьетесь за сокровища. Зато пора сделать паузу. Давайте-ка мы проверим не только физический, но и интеллектуальный потенциал вашей команды. Старец Фура, автор старинных забав и загадок, уже ждет кое-кого, этим кое-кем будет Ирада Зейналова. Ирада, я прошу с постаном отправиться в башню. Только спокойнее, Ира. Давай, удачи, удачи, удачи. Не удивились, все должно быть просто.
Сейчас вернусь. Ну, а у нас пришло время проявить человечность. Ведь что, как не человечность, нужно проявлять в отношениях с высоким руководством? Да, высокое руководство, которое без конца бьется в двери, которое сходит с ума от неорганизованности сотрудников. Ну, не говоря уже о еще более высоком руководстве. Бьешься, бьешься, бьешься. Этот конкурс называется «Сумасшедший дом», и никто лучше, чем Василий Кикнадзе, я думаю, с ним не справится. Хотя, конечно, Форти Бояре надеется, что не получится справиться. Ну, я попробую, попробую. Готовы? Паса, давай. Ну, а против кричите, вас только кричите, потому что могу что-то не увидеть. Против вас только время. Где ключ? Вася, осторожнее. Вася, ключ. Ты очень высокий, поэтому все аккуратно делай. Смотрись. Сильнее на дверь толкай. Ага. Давай, давай, давай. Сильнее. Давай, еще давай, давай. Еще давай. Сильнее. Тихо. Побольше. Верхняя часть, верхняя часть. Где ключ? Ручка. Смотри, сейчас, смотри, сейчас, смотри. Справа ручка находится. Справа ручка находится! Обратно! Тебе нужно было сначала ручку опустить. Обратно! Быстрее! Времени мало! Быстрее! Какая? Еще посильнее! Вася, Вася, давай, посильнее. Давай, 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 Вася, давай! Отлично! Время, время. Ручка слева! Слева! Слева, слева, красная слева. Ручка! Ручка слева. То же самое, быстрее! Давай, давай, Вася, давай, давай, Вася, давай, Вася, давай, давай! Отлично! Есть! Назад, есть, есть. Быстрее! Давай! Давай, Вася, время! Давай, 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 посильнее. Давай! 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 Не уставай, все, немножечко быстрее! Быстрее, Вася, давай, давай, давай быстрее! Давай! 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 Молодец! Времени меньше половины! Давай, давай, время давай, меньше давай, половины! Давай, давай, быстрее, давай, не уставай! Давай. Ты самый сильный, давай! Давай. Отлично! Молодец, молодец! Помогай себе рукой. Боже, еще, еще. Давай, давай, Вася, быстрее, давай. Быстрее, давай, давай, быстрее. Давай, давай, тише, Вася, верхняя часть. Ты не должен там остаться, мы без тебя не справимся. Давай, давай, быстрее. Давай. Ты самый сильный начальник и самый лучший. А что там у нас радой? Когда мы гордимся тобой. Ребят, мы гордимся. Да, 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 да. Легче сначала. У нас три ключа, так еще никто не играл. Бежим дальше, не будем терять время. Несите меня. Никаких впечатлений, очень тяжело. Тяжело, напряжно. Не, хорошо, что успел, конечно. Это приятно, но очень тяжело. Здравствуй, добрый путник. Ты путница, да, ты получишь этот ключ после того, как отгадаешь мою загадку. Но сначала я хочу, чтобы ты отдышалась и успокоилась. Подъем ко мне был труден. Посмотри, как все прекрасно вокруг. Я уже давно смотрю на эту жизнь с высоты птичьего полета. Это приводит мое чувство и мою душу в гармонию. Только со спокойной душой и разумом можно отгадать мою загадку. Слушай ее. Постой, приготовься. Готова? У каждого из нас она своя. Здорово. Но ставя крестик, мы можем заменить ее, но есть и те среди нас, кто чужие собирают. Время, постой. Слушай, у каждого из нас она своя, но ставя крестик, мы можем ее заменить. Но есть и те среди нас, кто чужие собирают. Думай, думай, думай. Судьба, предназначение. Думай, думай, думай. Нет, думаю. Жизнь. Ставя крестик. Когда ставит крестик? У каждого из нас она своя. Но ставя крестик, мы можем заменить ее. Думай, думай, заменить ее. Заменить. Есть и те среди нас, кто чужие сыграет. Время. Время.
Ты не отгадала. Это подпись. Мы же крестиком, да, заменяем ее. А собирая чужие автографы, да. Эх, иди, иди, и думай, иди. Ах, беда, беда с вами. Ну, Ира! Здравствуйте. Ничего, 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 не волнуйся. Ничего, мы скорее. Беги к нам, скорее. Беги к нам. А? А мы бежим за четвертым плечом. Первый тревожный звонок прозвучал, так да. Что попыток вас посмотрим, посмотрим. А, Машенька, скажите, вы всегда были довольны тем, как вас освещали спортивные журналисты? По-разному. Было хорошо, было. Не всегда была согласна с тем. Как вам кажется, вы в состоянии работать в паре со спортивным журналистом? Или это будет единство и борьба, противоречие? Я буду пытаться это сделать. Давайте в противоречие и в единство назначим вам Василия Кикнадзе. Каждому из вас будет дана палочка огромных размеров, той, которой обычно едят китайскую или японскую еду. И с помощью этих палочек каждый держит по одной. Вам нужно переставить будет кувшины в корзины. И таким образом вы сможете добиться ключа. Сколько вазочек надо? Три. Это абсолютно парное соревнование. О! Вы должны быть одной командой. Маня, мы одна команда. Вы двое. Давай. Вы двое. Давай. Команда, ну? Пошли. Ну, а время? Все, мы вас верим. Нет, Манечка, ты... Давайте, ребят, не подведите. О. Васька, ты же идешь сюда. Сейчас, давай, брат. Это база? Да. Снизу. О. Никуда не торопитесь. Хорошо, молодцы. Аккуратней. Надо было мне... С препятствиями. Второй. Не страшно, не волнуйся. Мы можем получить последний недостающий ключ. Так, смотри, где у тебя. Сейчас аккуратненько, вот сейчас. Сконцентрируйся. Спокойнее, не торопитесь. Тихо. Нет, все очень хорошо. Ребята, еще раз не бойтесь, время достаточно. У вас сейчас должна быть командная работа. Два. Сразу. Все, сейчас сделаем. И прижимаемся друг к другу. Не спешите. Ничего, не торопитесь. Все хорошо, хорошо. Молодцы. Все правильно. Аккуратненько. Самое главное, не торопитесь. Не раскачивайте вазу. Ничего. Ребят, вазы дорогие. Пошли, не торопимся только. У нас цель все их разбить. Да. Мы говорили, что мы их побьем. Мы это сделаем. Тихо. Внимательно, давайте. Молодцы. Ребят, меньше половины времени. Все в порядке. Аккуратно, держитесь. Держим. Пойдем. Поставьте одну, и уже будет легче. Помоги. Не расслабляйтесь раньше времени. Так, туда подальше, как можно дальше засовывать. Пробуйте. Не торопитесь. Повнимательнее. Упадет. Нет, ничего не упадет. Держи. Мне страшно, у них посуды много. Господи. Дальше. Ну, пожалуйста. Сколько осталось? Два. Все, пошли. Пожалуйста. Сейчас мы сделаем 100%. Я верю в тебя. Я думаю, что нет. Аккуратно. Потому что... Надо крутить. У вас мало времени. Ребята, выходите. 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 Да. Дуэт из нас. Ну что? Я тебе говорила. Что? Какой ты ревнивый все. Почему не получилось, ребят? Я виноват, у меня руки трясутся. Я до сих пор после вот этого прохождения по начальству вот никак не могу прийти в себя. Да, у меня, я чувствую просто, что руки вот на ходуном ходят. Ну ничего, еще есть два испытания. Ничего. Бежим. Старались, но вы знаете, когда в японском ресторане палочками глушуешь, тоже не сразу получается. Я думаю, если бы у нас там еще 10-15 кувшинчиков было, наверное, получилось. Так просто времени не хватит. К сожалению, не напомню, получилось. Что в идеале вам нужно набрать 4 ключа, у вас их 3, у вас осталось 2 испытания. Но, впрочем, следующее испытание, а главный человек, который на него пойдет, может и помочь вашей команде. Испытание называется «Опасный проход», и не случайно Андрей с интересом разглядывает знакомое ему оборудование. Прошу облачиться. Андрюх, накажись, только спокойно, это абсолютно тебе по силам, Андрей. Андрюха, Кузькина мать. Ну что ж, альпинист... С Эверестом это просто чепуха. Альпинист Андрей Волков должен будет достать ключ, сначала выбравшись через окно на внешнюю сторону форта, и доль
стеночки, вдоль стеночки. И в силу того, что это сложный конкурс и действительно опасный конкурс, мы начнем отсчет времени только после того, как Андрей пройдет через окно, вылезет в окно. Готов? Давай. Посмотрим на экран. Дай поцелую. Мы ждем тебя с победой, с крючком. Андрей, спокойно. Подождите. Иди к окну, все правильно. Все, тебе еще прикрепят. Страховку. Прикреплена страховка. И вот теперь время пошло. Время пошло! Давай, Андрюха. Ребят, мы можем там поддерживать. Он не слышит, наверное. Откуда? Вот отсюда. Ага. Я здесь. Мне тоже. Он все равно дальше, да? О, да. Отлично! Мамочки мои. Я думаю, что все получится. У нас будет четвертый ключ. Я думаю, получится. Фантастика, молодец. Он не должен ничего бояться. Не-не-не, ну а что ты? Вот Чангабрак, про который я кричал, это скала вертикальная высотой 1.5 километра. Они 2 года назад забрались по ней. Четвером. Не-не, все нормально, из воды снимай. Я думаю, упал. Но... Молодец, Андрюха! Да, бери! Молодец! Тем же путем! Тем же путем! Дальше, Андрей! Ключ не потеряй! Время много! Зубы надо ключ! Время есть! Много времени! Давай, не потеряй ключ! Хорошо. Аккуратно! Но все равно нужно осторожно. Есть еще время, Андрей! Ноги, смотри! Волна, наверное, бывает, а полное впечатление, что... Он прям прыжочком перепрыгнул. Аккуратно, Андрей! Отлично. Тихо, не сбивай его. Ключа. Осталось еще одно испытание, и если мы получим там ключ, то мы можем ключ поменять на подсказку. Это нам поможет отгадать ключевое слово. У нас следующий. Вперед! Мне кажется, я буду делать. Давай. Отлично. Yes. Бежим. Поехали. Страховка, я не реагирую на глубину. Нормальный человек, ведь он когда встает на глубину, а там, наверное, 30 метров, он его парализует. А у меня этого нет, поэтому было, так сказать, относительно для меня просто. Хотя было приятно полазить, я получил удовольствие. Буду с вами максимально официален, вот даже застегнул пуговицу. Эхо, гулкое эхо хорошо гуляет по форту, оно разнесло слова Яны, совершенно справедливо, что вы действительно получили 4 необходимых вам ключа, и сейчас у вас есть возможность завоевать еще один ключ, который станет бонусом. Он поможет вам в дальнейших приключениях. Эхо по форту разносит и странные для русского уха слова, в частности, французское слово «сюри». Ирада, вы, кажется, говорите по-французски. Чуть-чуть. Вы уже узнали это слово. Да. Мыши, так называется следующий конкурс, на который мы отправляем Ираду Зейналову. Ирада. Не гуляй. Ирка, мы с тобой, Ирка. Виртуально. Они ласковые, они нежные, они добрые. Давай. Как с вами? Как с вами? Будь ты ласковый с ними. Против Ирады Зейналовой. Грызуны и время. Давай. Мыши пожалеть! Ирада, аккуратнее, это бразильские мыши, они очень больно кусаются. Самое главное, змей не обижай, Давай. Что такое? Что не нравится тебе? Это тесто просто. Что это было? Фу, ты замерзла! Ты умница, Ирада! Это в чем ты? Ты можешь помыть руки здесь? Быстренько мой руки и бежим. Да. Быстренько. Да, у нас 5 ключей. Супер. Догоняй нас. Вперед. Ребята. Мы молодцы. Ирана, догоняй нас. Это уже
ужасно неприятно, потому что погружаешь руки в мышей, а причем одна рука в мышах, другая в каких-то ежах, потом в каких-то осколках, в каком-то тесте, клейстере, краске. Все это ужасно жирно, ужасно неприятно. Но слава богу, что я догадался сразу двумя руками, ну, хотя бы это происходило чуть быстрее. Вперед к приключениям! Ну что, 6 испытаний, 5 ключей. Отличный результат. И давайте ставим те ключи, которые у вас есть, в замки. Вы видите, что открыть дверь я на обнаруженном месте не решился, благо там тигры. Затем сокровище хранится в середине внутреннего дворика. Для того, чтобы разгадать кодовое слово, которое потребуется вам для того, чтобы открыть сокровищницу, вам нужно будет раздобыть подсказки в ходе приключений. Первое приключение – это поход к старцу Фура, еще один. Туда сейчас отправится Алексей, но Алексей, помимо знаний, которые, конечно же, у него есть, принесет с собой вот этот самый пятый бонус-ключ, который сможет обвинять на дополнительную подсказку. Так что, Алексей, прошу, ключ к старцу Фура, а поведет вас по стану. Она мне больше погодит. Алексей, удачи! А нам с вами теперь предстоит еще более интересное, как ни странно, здесь еще есть что-то более интересное, а именно приключение, на которое мы отправимся вместе в сопровождении. Паспарту. Паспарту. Вперед за подсказками. Дайте мне подсказку. Ну что ж, вы радуете меня своей находчивостью, огорчаете своей смекалкой. Вы получили лишний ключ, и вот вам подсказка. Ты откроешь ее только тогда, когда спустишься к своим друзьям. Хорошо? Понял. А сейчас я хочу, чтобы ты успокоился. Готов. Готов. Молодец. Слушай. Ее ругают все, и Богу лишь она подвластна. Одна из первых тем для бесед людских. Но смельчаки есть, что предсказать ее пытаются. Время постой, думай, ее ругают все. И Богу она лишь подвластна. Одна из первых тем для людских бесед. Жить. Нет. Еще думай. И на смельчаки есть, что предсказать ее пытаются. С любовь. Нет. Судьба. Погода. Правильно, молодец. Ты угадал. Погода. Правильно, молодец. Иди порадуй своих друзей. Молодец, мой друг. Молодец. Ты получил отгадку. Что? Вот одна, здесь вторая. Значит, здесь... Ну, первое слово – погода, второе – здесь. Погода. Холод. Погода и холод. Ребята, ваша очередь. Погода, ветер. Холод, нужна еще одна подсказка. Ну что ж, без еще одной подсказки вам явно не обойтись. Для того, чтобы ее получить, вам нужно пройти еще одно приключение. Оно называется «Полет в бездну». Главным образом вам нужно достичь вот того плота, под плотом корзина, в корзине ключ. Нужно достать будет Андрею ключ и открыть ящик с подсказкой, который стоит на плоту. Летите вместе и рады на плот. Андрей за корзиной, которая вот под тем желтым буем. Буек вот этот, да? Прошу, господа. Беритесь. Ребята, ни пуха, ни пера. Чего? Поехали. Можно? Давайте. Удачи, ребята! Удачи! Удачи вам! Смелей! Мы ждем вас. Поехали! Нам нужна эта подсказка, чтобы уже точно определиться со словом. Тяжело, холодно же там еще. Ты плыви далеко плыть от лыжи. Я думаю, что нужно поторопиться, потому что время этого приключения ограничено. Но они нас не услышат. И подсказка может исчезнуть в любой момент. Жалко, что они нас не слышат. Но нужно громко кричать, нужно поддерживать. Ребята!
плыть. Да. И разве нужно быстрее на плот? Все, сейчас он будет нырять. Отлично, нырнул. Надеюсь, что с первого раза все получится. Когда выберется на плот, тишина в плоту вообще молчит. Достал? Достал, похоже. Похоже, что получилось. Нет? Да, 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 отлично! Да. Теперь немножко побыстрее! Быстрее! Канат! В воде! Тебя слышно! Пока все правильно. Еще чуть-чуть осталось. Нормально. Отдавай подсказку! Быстрее, Лира, горит! Лира, быстрее! Все, Андрей, на плоту. Осталось чуть-чуть. Молодцы! Сейчас нужно сначала открыть. Потом уже мы будем просто подсказывать. Ребят, давайте поддержим. Они молодцы. Нет, холода, дождь. Что это может быть? Прогноз? Прогноз? Какие варианты еще есть? Быстрее! Погода, холод, дождь. Холод, погода, дождь, может быть, очень, да? Так, мы на следующий приезжаем. Ну, в общем, нам обязательно нужна четвертая подсказка. Я вижу, что вам еще все еще нужны подсказки. Город собственной сообразительности, потому что я-то уже, мне кажется, отгадал. Ну, впрочем, для самоуничижения должен добавить, что если бы мне предстояло пройти то приключение, которое предстоит пройти сейчас Маше Бутырской, то бы меня бы точно хватил удар. Ну, благо, мы с Машей ровесники, но Маша спортсмен профессиональный, выдержка у нее должна быть побольше. Вы лишаетесь игрока, ребята. Маша, будет плохо, включи, мы придем на помощь. Маша, пенальчик с подсказкой в самом конце. Вам нужно будет пролезть через трубу, вылезти через люк, пройти в другую комнату, найти ключ, этим ключом открыть ящик. Мы ящике... здесь! А, вот и вот. Меня проводите. Ну, а для успокоения добавлю лишь, что конкурс называется мило. Крысы. Машенька, не обижай только, пожалуйста. Вперед. Маша, удачи. Нам она очень нужна. Иди. Маш, нормально все, нормально, не волнуйся. Подожди, не пугай ее. Хвостики собирай. Не пугай ее, она их все сама испугает. Так, ребят, мы смотрим и одновременно думаем. Да? А у меня время есть какое-то? Все правильно. Есть. Залезай. Идешь, Маша. Значит, холод. Вперед головой все правильно делаешь. Дождь, холод, погода, дождь. Аккуратненько ползи. Аккуратно. Маша, открывай. Я их боюсь. Открывай. Отлично. Боже мой, у меня стены. Тебя плохо слышно. Ой, сума, кишка, давай, давай, не бойся, Маша, давай, Маша. Ну, потяни там, не дверь, потяни. Машуль, все нормально, все правильно. Молодец. Отлично. Маша, помогай! Маша! Беги!
Машуля, какое слово? Маш, лучше взять. Машуля! Маш, какое слово? Покажи! Мамилова, я за их тоже! Маша! А я их задавила всех там, они сидят! Маша, слово! Жонь, Машуль, времени мало. Континент. Континент. Холод, погода, дождь. Секунду, на каком континенте пояс. Холод? Нет, Азия. Это нет, пояс холод. На континенте. Ребята, бежим и думаем. Климатический, вот это все, это пояс. Климатический. Ребята, думайте, мы должны кем-то шепнуть. Я вижу, что Маша с вами, а с вами ребята, нет слова. Отгадали ли вы? Нужна ли вам подсказка, если думаю, у вас вам слово? Я думаю, что вам нужно брать. Кто? У вас есть? Вы готовы принести жертву ради подсказки? У вас очень мало времени. Сейчас прозвучит гонг. Я так сейчас открываться рисунок. Давай! Мужчина начинает. Мужчина начинает. Кем? Одного. Давай. Ребята, быстрее. Времени мало. Справа. Ну, принимай решение. Ребята, быстрее. Пошли. Сюда. Вы берете подсказку. Хорошо. Быстренько. Бери подсказку. Быстрее. Времени мало. Торопитесь. Сейчас начнет открываться решетка. Холод. Погода. Дождь, вообще все-таки холодно. Давай быстро разворачивай. Прозвучал гонг. Широта может быть. Нет, это климат, ребята. Ставьте шары на недостающие буквы. Побыстрее! Побыстрее, у вас будет больше времени на сбор денег. Побыстрее! Все, мы готовы! Вы точно готовы? Ребята, готовы? Готовы! Чертовка, поворачивай голову. Погубила многих, не сойдите с ума. Ребята, быстрее, это еще не конец, быстрее. Это надо собирать? Конечно. Да, собираем и туда. Быстрее. А вы что-то все проверили. Все, ребята, выходите. Я рада. Выходите. Выходите. Немного, но мы не жадные. Я поздравляю вас с победой. Теперь расскажите мне, как вы вышли ассоциативно на правильный ответ. Кто придумал-то? У нас было сомнение большое. У нас мы думали про слово осень. Да. Хотя еще, когда мы плыли,
Я сказал Василию, что климат, потом мы отвергли эту штуку. Я первый придумал климат, да, скажи. Да, сразу... конечно. На самом деле, справедливости ради, скажу, что по ходу игры я слышал слово климат из уст Ирады, из уст Маши, а самым ключевым словом во всей этой истории было слово пояс, потому что погода может быть разной, а пояса бывают только климатические. А как это слово? Очень хорошо, что вы пожертвовали игроком. Да. Да, вы правильно поступили, безусловно. Получить пятую подсказку. Это было правильное решение, молодцы. Без этого мы не смогли. Да. Ну что ж, хорошо, как мне... Посмотрим. Хотя в данном случае я выступаю как бы от лица Форта Бояр, мне доставляет большую грусть сама обязанность взвешивать деньги, потому что деньги вы не должны были выиграть, если бы Форт Бояр на самом деле оказал бы сильное сопротивление. С другой стороны, вы молодцы, что сломали сопротивление Форта. Давайте взвешивать деньги по спорту, по ставке. Ох, как любопытно. Ну, вы сколько ставите, ребят? Не выиграть, надо же еще оставить. И вот сейчас там на табло появится цифра, которую вы выиграли. 35 690 рублей. Сумма очень неплохая. У вас есть какие-то идеи насчет того, как ее потратить? Так как здесь много спортсменов принимает участие, то мы хотели бы фонд ветеранов спорта отправить. Все согласны с этим решением капитана? Да, да, да. С капитаном не спорим. Таким попробуй поспорить. Ну что ж, отлично. Мы сегодня все были свидетелями того, какое удовольствие вы получили от игры. И когда я говорю «мы и свидетели», я имею в виду миллион россиян, которые следят за этой игрой. И в данный момент они следят за нами с вами вот оттуда. Давайте попрощаемся. Россия, я горю с вами!